Приветствую вас на моем канале, меня зовут Ирина Лямшина. В этом ролике вы увидите, как я рисую розу акварелью. Главным на картине будет максимально реалистичное изображение цветка розы. Поэтому фон я делаю размытым, чтобы не заострять на нем внимание. Лист бумаги смочен, я рисую в технике по-сырому. Освещенная летним солнцем, зелень где-то совсем желтая, где-то нежно-изумрудная, а в тени сине-зеленая. В каких-то местах проглядывают головки других роз. После того, как фон намечен, приступаем к самой розе. Для подобной детализированной работы нужен вспомогательный материал – фотография. Или рисовать следует с натуры, чтобы можно было рассмотреть все нюансы. Я пользовалась фотографией, рисовала лепесток за лепестком, небольшими участками. Такой подход помогает быстро вливать один цвет в другой, пока акварель не высохла. Роза имеет форму шара, у нее есть светлые места и теневые. Свет падает на цветок сверху, поэтому самыми светлыми лепестками будут те, которые развернуты к солнцу. Когда рисуем по кусочкам, есть опасность получить дробное изображение. Поэтому нужно постоянно помнить о форме, держать в голове, что темнее, а что светлее. В нашей розе самое темное – это серединка цветка. Поэтому какими бы переходы между светом и тенью там ни возникали, освещенные боковые лепестки будут всегда светлее. Завершенность розе придадут капельки дождя. Для них я оставила место, закрыв его маскирующей жидкостью. Теперь ее можно убрать. Рисовать капельки несложно. На моем канале выложен отдельный ролик. Он называется Drops Watercolor Painting.
последние штрихи. Добавляем некоторые детали фон. Вот такая роза после дождя получилась. Спасибо за внимание!